Первое. Говорящая чихуахуа Софи. Привет, с вами снова первая говорящая собака-видеоблогер чихуахуа Софи, а еще моя хозяйка Аня и мой брат Эйвен. Я решила рассказать вам о нашей поездке на остров Коталу. Для начала скажу, что чтобы добраться до острова, мы ехали из Хуахина на мини-басе несколько часов. Софи, привет. А потом еще 30 минут на лодке от берега в районе Бансафан. Вот сейчас мы носимся по берегу в ожидании нашей лодки на остров. Коталу – это частный остров в Сиамском заливе. Частный – это значит, что он кому-то принадлежит, у него есть свой владелец. Несмотря на это, кстати, туда можно ездить, и там даже есть отель, но всего один. Туристы, если и могут приехать туда, то только с экскурсией на день или пожить в отеле. Но долго жить на самом острове нельзя, да и невозможно. Там нет магазинов, а на весь остров всего один бар и один ресторан, и те от отеля. Так, мне нужно в туалет. Нужно в туалет. Мам, только не снимай. Нужно в туалет. Вот туда-то, на этот остров Коталу, мы и поедем. Вот мы и погрузились на лодку, и сейчас поедем. Эти 30 минут были сумасшедшими. В тот день были сильные волны, и нас трясло очень сильно. Всех двуногих очень тошнило, и они кричали, а мы с Эйвеном геройски терпели переезд и даже почти не боялись. Хотя мы плыли на такой лодке и в такой шторм впервые. Наконец-то это закончилось, и мы приехали на остров. Туристы, которые ехали с нами, приехали на полдня просто покупаться и посмотреть, а мы оставались на целых 2 ночи. Ждем, когда все выйдут из лодки. Так, 1, 2, 3, давай, мам, вылазим. Ух ты, под нами вода, мам. Аккуратненько. Все, мы на острове, ура! А теперь отправляемся на ресепшн. Ма, у тебя цвет кофточки, как у персонала. О, смотрите, сачок нам принесли. Это не нам, Софи. Ну, понятное дело, нам же нельзя сок, это все для двуногих. Так, теперь идем в наш номер. Скорее бы уже вылезти из сумок и побегать по пляжу. Да. Вокруг такая красота. Никого нет, ни собак, ни двуногих. Пальмы, море, солнышко, класс. Ага, класс. Кстати, большую часть острова покрывает нетронутый, вечно зеленый тропический лес. В лесу живут змеи и всякие насекомые, говорят, даже летучие мыши. Но нас с собой в лес не возьмут, это может быть опасно. А еще есть красивая высшая точка, с которой видно остров. Но на нее можно попасть только через тропики, поэтому мы с Эйвеном этого не увидим. Гамачок висит. О, мам, наконец-то! Брррррр. Побежали! Юху! Мы на острове Коталу! Столько места, чтобы гулять! Природа! Надо все тут изучить, Эйвен! Да, надо, Софи. А вот и наш домик. Все домики на Коталу в тайском стиле, деревянные. Пойдем посмотрим скорее внутри, что там. Пойдем. Отлично, коврик есть, есть здесь спать. Ура, наконец-то пляж! У-ху-ху! А, да! А, мам, как классно, песочек и море! Мам, давай играть в догонялки! Мам, я тебя обгоню! Я быстрее тебя! Догоняй, мам, давай догоняй! Кто кого догонит, мама, давай играть в догонялки! У-ху-ху! Ты проиграла, мам. 1-0, давай еще раз. Мам, ну давай еще раз со мной в догонялки. Давай, 1, 2, 3. Давай, 1, 2, 3. Мам, ты второй раз проиграла, 2-0. Мам, давай третий раз. Мам, пойдем еще погуляем по острову. Что-то мне песок под ушами попал. Смотри, вон как красиво, скоро будет закат. Ага, и море вокруг. Ага, и шумит так классно. Ага. Здорово, что мы сюда приехали, столько места гулять. Да. Вот и закат случился. Ага. Красота. Мам, видно какой закат? Видно, мам? Качелька. Разве много собаки нужно для счастья? Вот уже второй день мы на Коталу бегаем по пляжу. Софи, давай играть, давай. Да. Носимся! Бегаем! Никого кроме нас! Можно кричать! Да! В общем, есть рай на земле. Фу. Мама, погладь меня, это чешуя. О, здорово. Ага, спасибо. Ага, ага, класс. Все, спасибо. Твоя, мам. Ой, смотри, Эйвен. Что вы делаете тут? Ну куда? Никуда. Побежали! Побежали!
На Коталу занимаются выращиванием черепах вымирающего вида. Они их разводят, растят, а потом отпускают в море, чтобы поддержать популяцию, потому что черепах этих осталось мало. И это очень здорово. Молодцы, двуногие. Софи, пойдем. Пойдем, Эйвен. Пойдем, пойдем, пойдем. Ай, пойдем. Привет, мам, а ты что, снимаешь? Пойдем, пойдем. Смотри, Эйвен, какие тут ракушки вместо песка. Это кораллы, Софи, точнее, кусочки кораллов. Неудобно по ним идти. Угу. Мам, давай поиграем в палочку. Ну, мам, покидай палочку. Да, мам, покидай. Тогда надо найти палочку. Может быть, ракушку? Нет, ракушка слишком тяжелая. Может быть, водоросль? Мам, ты придумай какую-нибудь палочку покидать. София, давай в догонялки. Давай проверим, кто быстрее. Я быстрее. Да ладно, я, конечно же. Мам. Я быстрее. Да, давай, нажалуйся. Мама, меня. Я быстрее, я сказала. Да, мужик, я всегда быстрее. Ну давай, давай проверим. Беги, давай. Мама, давай ты будешь это, судья. Кто быстрее из нас, София, бежит. На старт, внимание, марш. Я. Я. Нет, я. Я. Нет, я. Я. Нет, я. Я победил. Я дала тебе фору. О, мама нашла водоросли. Давай, мам, кидай. Молодец. Ну, мам, кидай. Ну, мам, кидай, давай. Блин, подай. Раз. Молодец. Два. Три. Моя водоросль. Раз, два, три. Моя водоросль. Ну, дай Софи поиграть. Нет, ай. Ага, я отобрала. Мам, Эйвен воспользовался моей слабостью. Ну и ладно, пусть играет один. Так, сейчас я пойду за другой водоросль. Главное, чтобы волна в рот мне не попала. Ай, ну вот, ну, а, блин! Че, мам, может пойдем домой, пора отдохнуть уже от солнышка и моря. Что-то я уже устала совсем. Пойдем скорее домой, в прохладу, идем скорее домой. Ля-л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 я, домой, идем, идем домой, ля-ля-ля. А мыться надо? Мы мыться будем. От соли-то надо помыться? Мама лучше знает, Софи, просто жди. Так я жду, чё я? В общем, сполоснулись мы от моря, и третий день просто валялись дома в прохладе, а то от солнца жаркого и соленой воды мы устаем. Мы же все-таки с Эйвеном маленькие собаки. Ну а мама в это время погуляла по острову, посмотрела красоты, залезла на самую высшую точку, покупалась, поныряла, поделала много всего интересного, посмотрела тропики и все такое. Вот уже отправляемся домой. Весело мы провели время, отдохнули на природе, набегались, накупались, и теперь едем домой тем же путем. На лодке в этот раз уже не так трясло. Пока остров Коталу, скучать не будем, но было здорово. Едем домой на мини-басе. Спим. Вот такое путешествие было на этот частный остров Коталу. С вами была первая собака-видеоблогер Чихуахуа Софи. Так что подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы ВКонтакте и наш Инстаграм. И будет вам счастье! Да, и будет вам счастье! Пока-пока! Пока!